Всем привет, ребят, с вами агент Снейк. Только что мне поступила информация о том, что агенты ФБР нашли загадочный и таинственный кубик. И прямо сейчас они везут его на вертолете в секретную лабораторию под названием Техночекпоинт. Там ученые должны были рассекретить загадку этого таинственного кубика, но они не смогли, и поэтому обратились ко мне. И прямо сейчас я выдвигаюсь за этим таинственным кубиком, который называется Трансфункционер Континиума. Это крайне загадочный и таинственный прибор, и лишь его загадочность равна его мощи. Ходят слухи среди агентов, что когда этот кубик начинает светиться, в пространстве происходит что-то невероятное. И мне это нужно сделать. Мне нужно рассекретить тайну кубика, а именно Трансфункционер Континиума. Я выдвигаюсь прямо сейчас в секретную лабораторию, чтобы забрать его и познать, в чем же тайна этого кубика. Надеюсь, что у меня получится это сделать. Хоть и никогда не знаешь, чем все закончится, но я надеюсь, что мне получится разгадать эту загадку и познать тайну Трансфункционера Континиума. Итак, ребят, с вами Снейк, и я рассекретил этот загадочный кубик. Оказывается, это не просто штука, похожая на часы. Это трансфункционер континиума, который управляет погодой в мире. Просто вот здесь вот устанавливаете температуру и дату, и в мире может быть стать очень холодно или очень жарко. Ну а сейчас попробую раскрыть всю тайну этого загадочного кубика и понажимаю некоторые кнопочки, и посмотрим, что произойдет, когда он начнет светиться. Так, нажимаю разные кнопочки, не понимаю, что делаю, но что-то нажимаю. Итак, ребят, 12:11, наверное, это будильник. Ну ладно, давайте так и оставим. Сейчас 12:09. Я надумаю, что когда он начнет светиться в 12:11, начнутся происходить необъяснимые явления. Возможно, преломление света и разные цвета. В общем, давайте посмотрим, что же произойдет. Я поставлю этот будильник сюда. И отойду подальше. Так, давайте попробуем приблизить. Сейчас уже 12:10, ребят. Интересно, что же будет. Я отойду подальше.
Мосты, ребят, вы видали? Трансфункционер континиума превзошел сам себя. Ставьте лайки, подписку, и вы увидите много миссий со Снейком. Итак, ребят, я собрал все осколки и мусор от нашего трансфункционера континиума. Сейчас еще немножко поищу. Нашел свои батареечки, которые в нем были. Вот. И сейчас мусор дособираю и уйду. Ни в коем случае не покупайте вот такой вот трансфункционер континиума и не устанавливайте в нем будильник, потому что это может быть опасно. А на этом все, ребят. Лайки, подписка, комментарии, и будут у вас новые миссии со Снейком.